Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Franklin's Money. Сегодняшнее видео, но не запланированное, потому что в очередной раз, гуляя по торговому центру, я просто не мог не пройти мимо парфюмерного магазина, чтобы не прикупить себе какой-нибудь аромат. И вот сегодня я зашел в магазин и увидел вот такую вот штуку. Это Alcazar от Ted Lapidus. Это Eau de Toilette 100 мл. У меня в коллекции уже есть несколько ароматов Ted Lapidus. Я его очень люблю. И я надеюсь, что этот не будет исключением. Сейчас я вам покажу, как я его открываю. А на выходные, я после того, как я его разношу, я уже сделаю полный обзор на аромат. Итак, давайте откроем его. Железная упаковочка. Так, а внутри нас ждет сам аромат. Вот так вот он оформлен. Интересно. Даже не брызгая, можно почувствовать немного табачные ноты. Хорошо пахнет. Как я уже сказал, я его разношу и на выходные сделаю полный обзор. До встречи!